Всем привет! Меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и сегодня мы продолжаем проходить сюжетную кампанию в игре Shadows of Kurgansk, то есть Тени Курганска. Итак, нам послали старика, который сказал, что нужно найти ключ. И в конце прошлой серии, так, ты что так, блин, подлагиваешь? Я уже забыл, что ты так подлагиваешь, ё-моё. Так, у нас, значит, есть карта, и вот у нас все отмечено на ней, оказывается. Тоже мне подсказали все это дело. Привет! Чё ты ноешь? Погоди, это мне надо ныть тут, блин. Зомбаки страшно, ё-моё. Так, вот эта хрень. Вот эта хрень. Вот типа компрессор. Старый ключ. А вот похоже и то, что я искал. Ключи от дома моего. Дорогой мой сын, видимо, мы не дождемся твоего возвращения, так как решили немедленно убраться отсюда. Проклятое место, проклятое. Люди без таблеток не могут прожить и пары дней. По ночам участились нападения непонятных тварей. Жители построили баррикады, патрулируют, но мы не верим в успех. Попытаемся выбраться отсюда. Надеюсь, ты вернешься с геологами. Ага, с геологами. Зайти в дом, попробуем попасть внутрь дома. Надеюсь, там действительно безопасно, я не сойду с ума. Так, а что, в этот дом, да, надо заходить? Ну-ка. Home sweet home, давай, ей! Так, зайти в дом. Да тут полное хозяйство, все, что нужно. И поспать есть где, и обед приготовить, и мастерская. Нифига себе так. Навещу-ка я моего друга новоприобретенного. Надеюсь, он еще жив. Окей, так, давайте, подождите. Сначала мы посмотрим, что у нас тут. Кроватка есть, на ей можно поспать. Так, это у нас что, книжный шкафчик. Он у нас не активен. Верстак. Обработанная палка, стрела, волокно. Ага. Плита. Плита. Печеное яблоко. То есть мы можем здесь... Недостаточно времени для приготовления предмета. Добавьте дров, чтобы продлить время горения. Попробуйте еще раз. Ну-ка. Так. Ага. Ну, типа, поставили. Готовится. Приготовилось. Нормально. Так, лабораторный стол. Нет доступных рецептов. Сундучок для хранения. Хе-хе-хе, не для хранения. Пистолеты и патроны, ё-моё. Да, мы все забираем. Так, вес у нас нормально, по весу все хорошо. О, штаны. Так, ну-ка, надо с инвентарем сейчас разобраться. Спокойно. Ствол. Тихо. Ты что делаешь-то, ё-моё, погоди. Ствол у нас есть. Так, инвентарь. Так. Вес, так, доп. Слоты артефактов 2, износ 9, физическая защита 15, тепловая 15. А, во, изменения. А, это абсолютно такие штаны, только без износа. Да? Да, только без износа теперь. Хорошо, хорошо. Записка сыну. Ну ладно. Тут у нас все нормально. Так, ладно, ты пока ствол-то убери. Подожди. Ствол убери, давай-ка мы оружие пока... возьмем молоток. Ой, а чё? Так. Вот так, гаечным ключом пока поорудуем. Так, мы идем сейчас навещать нашего новоприобретенного друга. Так, давай, где-то там. Дружбаня, чё ты нам расскажешь интересного? Так, вражин тут пока вроде нету. А, это опять ты! Не даешь мне покоя! Обжился на новом месте-то? Я тебе вот что скажу. Ты днем-то особо не шляйся, тут небезопасно. А? Чё говоришь? Нет, мертвяки-то понятно могут напасть, но днем еще зараза сильная. Мне ученый объяснял, пока не помер. Водички попил и помер, сердечный. В общем, он говорил, что тут очень опасный вирус, и что нужно всем таблетки специальные жрать. Ага. Хорошо, что он мне сейчас сказал, а не, например, через неделю, когда уже поздно было бы. Таблетки теперь какие-то. Таблетки эти военные раздавали всем, горстями просто. Я думаю, если поискать, то найти можно их и сейчас. В магазине через дорогу у них пункт раздачи был. Загляни туда, пошарь там по шкафам. Точно найдешь там, думаю. Вот только я не помню совсем, как правильно таблетки эти применять. Память у меня плохая. Ну ты сам разберешься, да? В том магазине в инструкцию хоть какую... Понятно. Понятно, что ни хрена не понятно. Так, что там... Магазин. Где? А где мы? Мы вот тут. Смотрим сюда. Идем сюда. А, так в этот магазин мы уже вламывались. Там что-то ни хрена не было. Вот он, взломанный магазин. А, тут сейф появился, класс.
Антибиотик, аптечка, инструкция к лекарствам. Так, забираем все. Для профилактики таблетки нужно применять каждые 12 часов. При появлении симптомов заражения, таких как внезапная общая слабость и пониженная реакция, лекарства требуется принять незамедлительно. Прочитал. Хорошо. Так, похоже, это то, что я искал. Даже инструкция приложена. Ну, у меня один способ узнать, это они или нет. Попробовать съесть их. Я чё? Хочешь, не хочешь, таблетку нужно съесть. Старик, конечно, мог и наврать, но, судя по всему, тут не место для экспериментов. Думаю, стоит попробовать. Да ну ё-моё, да ты чё, издеваешься, таблетки какие-то жрать, блин? Старикан какой-то безумный сказал, и таблетки сразу жрать, ну? Чё? Это чё такое? А, говнарь там ходит, ладно. Да ну иди ты нахрен! Воу! Ты как так бьешь-то? А чё у вас двое? Ты попади! Ну-ка, валите отсюда, блин! О, нихера, вас тут больше! Собралась толпа, слышите? Вы чё тут устроили? Я тут таблетки собрался жрать. Они тут, блин, пришли. Так, ладно, применяем компонент... Улучшенная удочка, нихера себе, тут удочка есть. Так, таблетки, надеюсь, это они. Скушал, так, что-то живот немного крутит. Нет, показалось, съедобные вроде бы таблетки-то. И вкус приятный, мятный. Что-то у меня после таблеток голова прочистилась, мысли зашевелились. А куда, собственно говоря, жители все подевались? Что тут произошло? Поинтересуюсь у нового друга. Блин, а что музыка-то такая заиграла? Ночь уже наступила. О, там. О, нифига! Ужастик! Там кто-то был в этом доме. Там был кто-то в этом доме, там был силуэт. Ну-ка. Сейчас вловимся. Блин, нихера себе у него ХП. Так, а чё? Я хочу сделать какой-нибудь инструмент, которым я буду эффективно выбивать дверь. Так, ладно, молоток. А чё, как там? О, молоток. Не-не-не, ну подожди, хрен с ним. Слышь, другань. Ночью радист спит крепко, до него не достучаться. Ну, погнали в дом. Блин, музыка такая напрягающая. Давай сейчас проверим, как работает кровать. Да ну не нагнетай ты, слышь, блин, страшно, ё-моё. Не было страшно до этого, а тут стало страшно. А дверь-то закрыть можно? Нужно? Мы ключом дверь просто убрали тупо. Офигеть. Так, давай, Е. В смысле недоступно? Ты чё? И чё? Так, у нас яблоко сгнило. Так, мы голодные. Ой-ой-ой-ой. Так, F5, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, яблочки закончились. Чё там жрать-то надо? Чё там надо жрать? Давай. Использовать. Блин, нам надо жрачки срочно найти. Надо срочно искать жрачку, а то мы тут с голоду сейчас окочуримся. Блин, темно так. Офигеть, темно, страшно. Блин, чего они так долго долбятся? Тихо, блин, да ладно. Ночью пипец тут страшно. Так, я помню, надо крысок половить. Давай, подбирай. Все, подбирай. Сейчас будем еду готовить. Палево какое-то, палево просто. Ну, чё ты, блин, тут? Чё ты там показываешь, что в небеса? Подожди, мне надо крыс половить. Я жрать хочу. Даже крысы разбежались. What the fuck вообще? Блин, вот это да. Проволока, погоди. Это тоже дверь, блин, тут с дохера ХП. Что это? Так, нам нужно срочно нужно жрать. Где жрать? Молоток уже красный, видимо, он сейчас у нас сломается. Так, бутылка, банка. Жрачки-то у нас нет ни хрена. Чё-то как-то я про жрачку-то и забыл. Ой, бедняга. Давай. Ну чё? Там же было яблок до хрена, блин, раньше. Куда они все подевались? Где крысы все?
яблоки, яблоки, яблоки. Ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас поедим. Чё ты там, блин, пугаешь меня? Музяка. Так, отлично, сытости поднабрались. Вообще ужасно. Жутко ужасные звуки. Музыка прям очень сильно нагнетает. Так, еще яблочко. Это что? Грибы какие-то светящиеся. Гриб-светляк. Хе-хе-хей. Нормально. Так. Что ж, нас заставляют тут ночь переживать, блин. На кровати не дали поспать. Что за хрень? За хрень? Так, а что, прыгать мы не можем, да? Я забыл что-то. А что тут нельзя прыгать? Лебеда. Так. Уже светает, и это хорошо. Потому что что-то ночью как-то здесь очень напряжно ходить. Бутылка, собираем всякий хлам. Просто ходим, собираем все подряд. Зомбаков мы здесь вроде всех перебили уже. Но все равно опасно, опасно. Чувствуется опасность. Так. Нам нужны крыски. Че ж жрать-то еще? Как не крыс. Так, давай. Слышь? Еее, я смог прожить день. Убил 10 врагов, срубил столько-то деревьев. Ох, улучшить способности. Так, у нас есть 50 очков. Сырое мясо крысы понижает вашу мораль, а вот жареное, наоборот, повышает. И к тому же оно дольше хранится. Ага, хорошо, спасибо, как раз это важно. Так, доступно очков 1110. Используйте имеющиеся очки для улучшения способностей. А, во. Жизнестойкость. Уменьшает получаемый урон. Увеличивает максимальное значение здоровья. Блин, а сразу тут нельзя было подсказками сделать? Ну, ребят, ну вы что, ну серьезно, что ли? Это не надо заходить в каждую и смотреть. Ну, ё-моё. Ну, это вообще, не, нифига, не дело, как бы. Ловкость, так, ускоряет восстановление выносливости. Так, мне бы что-нибудь про еду. Мне бы что-нибудь про еду. Так, это все, да, выживание. Увеличивает урон от кулака. Увеличивает урон от оружия. Улучшает качество созданных предметов. Ой-ой-ой-ой-ой, так. Уменьшает получаемый урон на 5. Сюда. Максимальный запас сюда. Так, это что у нас? Восстановление выносливости не надо. Переносимая масса груза. Да пока вроде нет проблем. Бег не нужен. Оружием будем больше бить. Ну и, наверное, вот так вот сделаем. И вот так вот. Распределим. Так, следующий день. Ну, написали же, следующий день, как бы. А что, радиста спит? День наступил, все. Слышите? Страхи прошли, ночь прошла, мы пережили эту страшную ночь. Мне кажется, все-таки... Это телефон. Мне кажется, все-таки... О, птица, 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 птица. Ах ты ж собака, ну-ка! Промазал. Ой, вот хрень. А чего, чего еще ночь? Блин, здорово. Ну, привет. Так. Да ну что ты там, бедолага? Так, малый факел, дубина. Давайте попробуем сделать дубину. По крафту пока не очень, на самом деле, все понятно. Так, дубину мы сделали. Ну? Это просто палка. А дубина-то где? Я не понял, погоди, дубин... А, вот, надеть, все. Вот так вот. Все, пора... Слышь, давай, просыпайся там, алло! Слышь, радист, ёпте! Чё за хрень? Какого фига он спит-то? Крысы, 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 срочно! Вы чё? Погоди. А погоди, это лекарство мне надо принять или чё? Или это голод? Блин, да чё? А где здесь моё состояние? Ой-ой-ой-ой, я в какую-то эту... Я в какую-то зону зашёл, да? Крыса. Крыса. Блин, ни хрена непонятно, а? Чё за фигня? Чё меня поколбасило? Ну, я, видимо, в аномалию какую-то. Зашел еще крыса, еще крыса, еще крыса. Крыса, 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 крыса. Кс, кс, кс. Вот так вот. Хорошо. Хорошо, крыски появились, отлично. Блин, а чё меня так колбаснуло-то, а?
Вороны! Вороны, блин! Так, погнали-ка сварим крысятинки немножко. Сырую я есть не хочу. Так, одну палку. Жареную крысячинку, давай. Давай, готовь, готовь, быстрее готовь. А, так, верстак, что мы тут можем делать? Стрелы, обработанная палка. Ох, 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 по крафту-то надо будет разбираться, да? Тряпки всякие. Костры, так, жареная крысятина. Дротик. Припой. Начать строительство, не имея всех ресурсов и добавляя их. Так, хранилище, укрытие. Прямо из фореста. Прямо из фореста получается, да? Давай, быстрее, готовься. Крысятинку, ну. Так, еще одну делаем. Блин, а в очередь нельзя, да, поставить? Ладно, срочно хаваем. Блин, всего 15, да? А, во. Ай, блин, я сырую съел, я сырую съел! Вот, жареную, хорошо. Так, сейчас еще одну, вот так вот появилась еще одна. Вот так вот. О, вот это хорошо. Так, плиточка. Давай еще одну закидываем и жареную делаем. И сейчас пойдем к старику, говорить со стариком. Что у нас тут, все чисто? Все чисто, территорию контролируем. Все контролируем, надо собрать еще палок. Надо собрать еще палок. Так, все, крысу мы забрали, забрали. Все, отлично. Надо будет наловить крыс. Хотя не портится, наверное, да? Так, давай, проходим. К вагонетке. Что, говоришь, произошло? Да, непонятно. Что? Я сам-то не местный, случайно меня занесло сюда. Знаю только одно. Внезапно стали приходить монстрики. Жители попытались отгородиться, ввели карантин, построили баррикады, отстреливались как могли. Но, сдается мне, что это не сильно помогло. Народ или сбег, или превратился в этих вот тварей. Вот значит что, хотя я не удивлен. Судя по всему, здесь произошла эпидемия. Будем осторожны. Тут еще непонятно. Раньше электричество было, я тут худо-бедно пыхтел со светом. Но, похоже, подстанция вырубилась. Проверил бы ты чего и как. Думаю, стоит осмотреть деревню, особенно баррикады, которые местные возвели. Но главное проверить подстанцию. Главное проверить подстанцию. Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял бы. Подстанция у нас там дальше по пути. Ну, погнали, пройдемся чуть вперед. Пробежимся сейчас. Крыска, так, забираем. Дубинка хорошая вещь, кстати. Надо посмотреть, как она там готовится и... Где? Дубина. Две палки. Ой, пять гвоздей. Ё-моё, где же гвозди-то столько насобираю? Блин, а то она и хорошая, да. Так, еще яблочко. Еще палочку. Давай, давай, вот. Хорошо, так, ну, ресурсы у нас все гниют. Самбарь там стоит или... А, пофигу. Не пойдем проверять. Плевать. Так, о, здорово, дружище. Да погоди ты. Да ну, упади уже, достал. Всякие корешки какие-то подобрали тут. Так, так, так. Палочки, палочки забираем. А вот это, видимо, подстанция, да, наша? Да, дошли мы до подстанции. Не так уж далеко и ушли. Ну-ка, и что нам тут проверять? Очевидно, что подстанция выведена из строя. Какая досада. Стоп, что-то там лежит около генераторов. Трупик. Что за труп там? Не похож он на местных жителей. Форма военная, надо бы осмотреть. О, отлично, военная форма. Ну-ка, солдат. Хм, подозрительно, станция наблюдения какая-то. Думаю, это ключ от нее. Станция наблюдения КВ-337, объект «Зверь». Третья неделя пребывания в поле. Поведение не изменилось, все так же предпочитает ночной образ жизни. Становится особо агрессивен в данные часы. Рекомендуется наблюдение с расстояния не менее 100 метров. Устал я что-то, отправлюсь-ка домой, а там и решу, что и как тут обстоит. И что же мне делать? Или заглянуть на эту станцию, что ли. Вдруг еще полезной информации найду о том, что тут творится. Короче, у нас есть выбор. Пойти домой или пойти на эту... Короче, на этот пункт наблюдения. Что у нас там? Так, там запас воды, да? Какой-то впереди. Давайте-ка мы еще вперед чуть-чуть пройдем. О, там что-то есть. Ну-ка. Блин, все эти двери вышибать. У меня вот сейчас дубинка моя закончится. И что делать? О, молоток. Отлично, хорошо. Требуется отмычка. Ага, то есть двери, которые вообще не вышибить. То есть прочная дверь, офигеть.
Так, ну вот мы дошли до конца баррикад. То есть вот это вот такой у нас городок тут маленький. Блин, да что же у вас так хп-то много? Об эти двери, блин, все сломаешь нахрен. Пока с ресурсами... Пока с ресурсами мы не разобрались, особо мы не будем тратить их. Блин, да что ж так это, как-то... Как-то не очень гладко игра работает. Надо потом будет это, залезть в настройки, мне поковыряться. Ву, на тот корабль бы еще сплавать. Посмотреть, что-то как. В настройки, говорю, да, залезу. Посмотрю, что да как. Может быть, придется немножко графику открутить. Тряпка, веревки, проволока точнее. Так, что у нас тут еще есть? Тут какая-то хрень, что это камень. Забираем, забираем. Здесь у нас что-то провалилось. Так, еще один каменный хрен. Прыгать нельзя, блин, вот это бесячая тема. Почему прыгать нельзя? Он что, он такой тупой, что ли? Я не знаю, подпрыгнул там, хоп, и все. Ну, а если я застряну, как мне выбираться из каких-то плохих мест? Я вообще не понимаю, что такое. Так, здесь мы взяли ключ. Ну, в принципе. Так, нам надо зайти домой, да? Типа, ну пойдемте зайдем домой, посмотрим, что он скажет. Вот я и дома, теперь мне бы поесть чего, кишки свои от голода. Ну в смысле, ну блин, а раньше-то не мог? С этого момента игрок может получать дополнительные задания в этом месте. Это не обязательные задания, но выполнение их открывает для вас дополнительные рецепты и дает награду. Кстати, а что это тут такое? Книжная полка, что ли? Нужно порыться в ней, вдруг что-то полезное найду. Наставление юных натуралистов о том, как выжить в зомби-апокалипсисе. Или еще что-то в этом роде. Ха-ха, юморист! С этого момента игрок может получать дополнительные задания от радиста. Это не обязательные задания, но выполнение их открывает для вас дополнительные рецепты и дает награду. Понятно, все, теперь у нас эта зона стала второстепенной, нам надо двигаться дальше. Взять задачу, сделать патроны. Я вот что подумал, патроны тут, похоже, тратятся как не в себя. Нужно пополнить запасы, иначе долго не протяну. Сделать 20 патронов. Так, что у нас там? Это у нас делается на верстаке. Ага, ага, сейчас, конечно. А где патрон делается? На плите, что ли, варится? Да вы что? А-а-а, тьфу ты, это без этого. Погоди, я что-то не понял. Я что-то не понял. Обработанная палка, затвор. В смысле затвор? Пистолет, мачете, деталь, веревка, шапка, плата, приклад. Патроны для ружья есть. Да, я понял. Погоди. А где патроны делаются? Чё за хрень? Чё за фигня? Так, костры всякие. Ох, очень неудобное на самом деле меню. Очень неудобное. Тут интерфейсные все вот эти вот решения. Как-то вот, ну, блин, можно было бы лучше. Так, рецепты. Глушители, обоймы. А патрон-то где, ё-моё? Ну вы чё? Эх! Где, как делать патрон? Пистолет есть, деталь есть. А патронов нет. Так, это... А, видимо, осмотреть полку, я оказался прав. Рецепт коктейля «Бодрость». Приготовить коктейль «Бодрость». Ой, короче, нам навыпадало всяких квестов. Да блин, ну здесь нету. Ну что ж, друзья, с этим мы будем разбираться дальше. Здесь мы зону такую мини-квестики все прошли. Поразбираемся, как сделать патроны с крафтом. Поразбираемся, что вообще к чему. Будем исследовать дальше. Я посмотрю по графике, чтобы как-то она немножко поплавнее шла. А то на самом деле очень отвратительно она идет, дерганая. И с оптимизацией беда у ребят. Вот, поэтому на этом все. Shadows of Kurgansk это был. Вы были на канале Midcore Show. С вами был Рос. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочки есть в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр, друзья. И всем пока.